Друзья, если вы хотите приобрести вот такой вот двухдюймовый попугай на клампе, вот этой конструкции, то хочу рассказать вам три «но» по этой конструкции. Первый, вы видите, да, вот здесь handmade теплоизоляция, так называемая, из бумажки. Потому что даже вот если мы собираем на купольной крышке, даже с диоптром, с 50-сантиметровой царгой двумя поворотами, если мы используем два холодильника на Vane 6 Pro, например, ну и просто у вас длинный холодильник, то вот эта дуга упирается нам в купольную крышку. Соответственно, видите, то есть здесь прямо на пределе на самом деле все собрано. Второе. Вот эта трубка не очень большого сечения, периодически вот отсюда выплевывается и сносит к связи с атмосферой самогон. И третье, ребят, течет просто вот этот кран. Но это прям брак, поэтому аккуратнее.